Так, друзья, определение у нас, помогите. Вот такой, такой колпак, алюминиевый, с закруткой, небольшой, да, две выпуклые пимпочки и три прорези. Друзья, о чего говорите? Значит, далее, элемент. Кожаный элемент с тремя заклепинами. Друзья, от чего? Ну, конечно, если мы определим, мы под видео напишем, что это, пока доедем до дома, в интернете посмотрим. Значит, дальше S-бит у нас попался в железе. Значит, по тюбикам вот такой шикарный тюбик. Чилородронт какой-то. Ну, короче, какая-то зубная паста, да, очевидно. Далее. Лахнер какой-то, блин. Фрицкие, друзья, приколы. Вот такой тюбик. Часто попадаются. Значит, алюминиевые элементы в количестве. Фашист что-то пытался вырезать из алюмяхи. Прям по форме, как будто бы жетон. Вот прям, да. Вот понимай, как хочешь, что фашист вырезал. Далее. Вот тоже такой элемент, зацеп. Кожа, видно. Вставлялась, закручивалась. От чего? Не можем припомнить. Помогайте, други. Шикарная такая гайка. Сбивать самолеты, очевидно. Ну и куча мелочек. Гильза, патроны. Комрад нашел колышек в металле. Один. Стояли палаточки. Тыльничек. От Маузера, по-моему, да. Друзья, поправьте. Маузеровский тыльник. От карабина. От винтовки Маузер. Сыр тизильский, господа. Ну и пуговицы там. Пуговицы, гильзы, куча осколков. Блиндажная ручка такая. В общем, палец. Буксировочный палец, друзья, знаем, да. Там закручивали и что-то тянули. Маленький. В общем, пока так. С вами была рубрика «Как заработать 100 миллионов на копе».